Всем привет! Сегодня какое-то июля, 27-е. Какой-то. Какой-то года. Какой-то года, какой-то июля. Артур, занимай вперед, смотри. Стоп, Артур, блядь! Да, мы сколько уедем на самое высокое здание в мире. Смотри. Выключай давай. На самое высокое здание в мире в Москве. Да. Можешь посмотреть. Да. В мире. Заходим в самое глубокое метро в мире. Все, всем пока. Мы входим в метро. Станция метро. Петровский парк, точно. Станция метро Петровский парк. Подожди, это... Подожди, у тебя закрыть спасибо. Ну, почему, где? Что здесь происходит? Петровский парк, и едем до какой-то выставочной. Деловой центр. Мы едем. Ага. Шереметьево. Поезд дальше не идет. Пожалуйста, выйдите из вагона. О подозрительных предметах сообщайте машинисту. Пассажирам запрещено находиться в поезде, который следует.
конце отмолся. Пойдем.
Yes. Здесь прохладно, может быть. Четверо, у нас пенсионер. Ну, это обычно. Да, ребенок инвалид. Есть спрос, значит. Ага, хорошо. Вы пока не покупали, да? Нет. Получается, у вас один будет обычный и три. Ага. Сейчас пока мы все собираемся. А сколько это один обычный переход? Один будет 1800, да? То есть 3 по 1000 и 1800, да? Ага, прошу, спасибо. А там типа касса, да? Да. А, еще, по-моему, написано экскурсия. Ну вот сейчас как раз должна быть. Хорошо, отлично. Нормально. 3, 3. Да, 5, 5, 6. 4, 8. Ага. Спасибо. Ну, все правильно. Ну, 3. Так, короче, начинается наша экскурсия. На лифте поедем на 92 этаж. Посмотрите, хорошо. Есть. Что-что? Я на самом деле здесь был по работе в каком-то офисе на 46-м этаже, что ли. А, это называлось как-то курорты Кавказа, такой компании. Когда они пиарили Кавказ, что-то эта компания очень интересная. Я вчера еще зашел на сайт Останкино, думаю, может, Останкино, экскурсии временно приостановлены. Я думаю, это они за войну боятся. Ага. Хотя там и так, никого искали, там ничего не принесли, выступили людей, значит, Да.
скоро. Наверное, послезавтра. Так, как это? А где они? Да, да, да. Давай руку. А, вот, мы идем в башню Федерации. Выше только небо. Вон, круто, мы туда идем. Да-да-да. Говори. Ну что, на самую крышу залезли? Да, на самую крышу, всю Москву здесь. 580 метров. Выше, чем Останкино, смотровая вышка. Выше, чем, короче, все, что можно. Ты не боишься, нет? Очень страшно. Если оттуда скинуть монетку, значит голову человека он умрет. Ну конечно, пробьет. В интернете же есть такие ролики. Там говорится, что они убьют. Ага. Давай ты проверим. Ага. Монетка есть? Кому будем кидать на голову? Да, монетка есть в кармане? Нет, нет, у меня нет сейчас монетки. Ну, значит, бабушка, попросим проверить. Кому Артур будем кидать? Туалет. Интересно, если в туалет реально закинуть монету? Так, да ничего, она тут по трубе просто уплывет и все. Туалет большой. А, тогда унитаз расколется. Или будет такая трещина. Или просто дым, и туалет в него. А вот 354 метра эксклюзив. Чем выше высота, чем жарче или чем холоднее? Ну, тем холоднее. Но на этой высоте мы особо разницы не почувствуем. Это ближе к космосу, там уже полка. Здесь, наверное, на полку. Ага, округ. Ага. Да.
Вот так вот едем в лифте. Какой этаж? 94-й. 84-й. А на сайте вроде было 92-й. Да, везде рекламируют 92-й этаж. Там сейчас подниметесь, еще один лифт будет. А еще надо? Да. И на смотровую площадку. Так что не волнуйтесь. Пешком не пойдете. Мы не на этом, мы хотим все выше и выше. Это вам на летчиках надо было учиться. На космонавтов. Ногами нужно иметь почву. Да. Даже ушки не может сдавить. Как сюда уши закладывать? А я знаю, почему с собаками нельзя. У собак еще больше вестибулярный аппарат, они... Собака кусает, придется кидать ее. Почему? Так открываешься. Ну, белка, стрелка летали вон куда. Да, в космосе. Что же не сделать, все можно. Потом она еще и родила. Во! Да, мы в музее космонавтики были. Вот так вот. Ну, у них тренировка специальная. У наших собак тоже тренировка. Да. А сколько секунд поднимается? А да. Там вот спидометр есть. Вон там в углу, смотри. Внизу, внизу. Вот. На них разорвёт я вас. Там нету. Мне кажется, 50-40. Пожалуйста. Можно не торопиться сам, если что, следующий. Ну, ладно, пойдем, да. А, все, залезаем. 10 человек. Заходим, заходим. Так, кнопку нажали. Там закрыть надо. Да. Площадка 354 миллиметра, конфедерация 327. Вау. Здравствуйте. Здравствуйте. Да? Вы билете. Конечно. Да. Объемные сумки, пакеты, напитки, нужно будет все оставить в свободной ячейке. Ага. Это вам комплимент, можете воспользоваться баром, выпить пиво, бюллетень, сокчик, купали, мы на мороженое. Да. Вас вам направо для полезки. Спасибо. Вы пришли бесплатно? Да. На тебя тебе. Рюкзачок будете да, уберите. Ага. Да, просто. Самая быстрая. Я последняя. Вот я уберу, у нас ага. Ничего там нет. Ага. О, дай Алисе тоже. Сейчас, дай, конечно, да. На, Алиса. Мороженое нужно бесплатное. Все, отлично. Три штуки там. Да, 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 тебе дали? Да. Все. Все, проходим, это да? Правда? Пойдемте. А это если дождь. Ну там жара, там пледы не нужны. Не нужны. Нужны где домики. Потому что мы не были расширены. Осторожно, низкий потолок. Очень низкий потолок. Ручку вниз. Ага, проходим. А, теперь понятно, почему низкий потолок. Вот он низкий, реально. Да. Вот этот. Ого, стукнулись башкой. Высоким ростом. Вау.
ты. Москвы, то есть 40 километров вот вниз, переходим на эту часть. А я вам повторю в конце. Пошли, слушайте, это экскурсовод. Это наш. Пойдем. А это наш. Мы же все туда. Кто не слышал, я там небольшой. Люди приходили для того, чтобы увидеть Москву, увидеть Кремль. А мы сейчас с вами находимся на самой высокой смотровой площадке Европы. Раньше самая высокая смотровая площадка в 17 веке, да, я имею в виду, была вот где Мужайка, на Поклонной горе. Все увидели Мужайку? Рядом с мечом, от меча вниз, такая Лужайка, видишь. Это самый высокий холм, по сути, да, который остался от Поклонной горы. С него можно было на вкус Кремль. Сейчас вы уже Кремль не увидите, увидите в основном просто вот советскую построить, новую построить, Москва гораздо больше. Давайте с вами вспомним, не все правы вспоминают, но постараюсь. Сколько дней у нас была Великая Отечественная война? Сколько дней? 1554. Близко. 1418. Соответственно, монумент Победы. Теперь все внимание на него. В форме такого меча. 1418 дециметров. Если в метрах, 141 метр и 8 сантиметров. Количество дней Великой Отечественной войны. Монумент Победы также есть в Вашингтоне и в Лондоне. Похожий, отличается. Музей Победы уже на заднем плане, в форме полумесяца. И парк Победы, огромный такой парковый массив. Значит, Кутузовский проспект, на нем жил Брежнев, у него квартира была. Секретная квартира у Гагарина, также много генералы. Ну и по легенде, по преданию Наполеон именно по этой дороге дал стадион Крылатская, хоккейная арена. Там сейчас ковидный госпиталь, по-моему, он единственный в Москве остался.
теперь на мост смещаемся, Красный мост. Его называют часто мост всех влюбленных. Вот чем-то он похож на мост в Сан-Франциско. Немножко он поменьше, но долгое время считался самым длинным мостом Европы. Здесь у нас современная застройка. На этом пейзаже, да, мы можем еще увидеть Шуховскую башню, ЦСКА, стадион. ЦСКА это футболка. Там есть такая полоса, может быть, большая башня. Вот там тоже шуховский стадион. И на заднем плане, где вы видите воду, там канал имени Москвы. И значит, получается Чайковская водохранилище. Там, где вода, вот примерно на том расстоянии находилась ЦСКА армия в 41-м году. Именно в Химках остановили последние. Причинам из кризиса, или, скорее всего, война в Афганистане, строительство не началось. Поэтому Борис Фор в начале 90-х годов заявил архитектору, нам нужен свой деловой центр. Инвесторам эта идея понравилась, активизировались, и тем самого года, снова строительство прекратились, успели до помост подрядить год построить, и вот через ветку, там, где башня 5000
самая первая башня, обратите внимание, на форме цилиндра и самая такая маленькая. Синя-черно-серого цвета. Все ее увидели? Значит, там мост Багратион, его еще в 90-е запустили. Ваш мощнейший построили прямо в новом тысячелетии. Это единственная башня, которая построена по первоначальному плану. Все практически небоскребы Москва-Сити, они менялись. Вообще, задумка Бориса Фора была в том, чтобы сделать огромное парковое пространство здесь, зеленое, и небоскребы все расположить под ковой. Идея на самом деле гениальная. Совмещение природы и современной цивилизации. Да? Но, тем не менее, застройщики были немножко другое решение, и здания перестраивали. Зелени, конечно, здесь сейчас не хватает, потому что сейчас мысль уже работает для того, чтобы озеленить деловой центр. Башня 2000, именно туда можете направиться, через мост Багратион, там лучшие фотографии получаются. То есть самый лучший вид на Москва-Сити именно там. Запомнили, да? Проходите там по диагонали от ока, проходите башню 2000 через мост, и уже на другом конце реки получается фотографии. Теперь по дизайну еще. Самый, наверное, тоже скандальный дизайн у башни Эволюция, закрученная, которая башня, да? Ее строили шотландские архитекторы. Шотландцы, как ни странно, вдохновлялись не Шотландией, горцами, да, а Китаем. И китайская философия, инь-ян, то есть вот эта вот форма закручивания, это есть мужское и женское начало. Сложные, наверное, отношения между мужчиной и женщиной, да? Да, ДНК. Дворец бракосочетания там планировали открыть, но нас напоминает держава, транснефть-компания, здание выкупила, ЗАГС не открыли, там внизу, и уже, соответственно, там сейчас находится великий банк, попасть в это здание нельзя, если у вас вот пропуск, да, или если вы не сумеете транснефть. Там, видите, для олигарха ледовитую площадку сделали, да, руководителя компании. Опять же, рядом башня Империя. Империя в доме Эллипса, зеленого цвета, справа, да, вот революции. Тоже скандальное здание. Его на протяжении 7 лет судились застройщики, архитекторы и инвесторы. Чего здание, где аквапарк открыть, если вы считаете, что невыгодно, да, что сдать в аренду, вот и все. Почему-то не решили. Все не отделились, очень плотно ее построили. Но форма довольно-таки интересная. Следующие две башни. Башня Москва и башня Санкт-Петербург. Называется башня столиц. Башня столиц, здание башни Москва на 50 метров выше, чем Санкт-Петербург. Нашим гостям из Санкт-Петербурга многим это не нравится, да, почему Москва выше башня. На самом деле у них скоро откроется небоскреб, который будет выше, да, Федерации. Автоцентр. Ну и плюс еще Москва несколько постарше, поэтому башня Москва не будет. Вот эти вот Москва и Санкт-Петербург. Справа. Да. Башня столицы. Там на набережной. Да. Следующая башня. Рекордсмен. Вроде бы наш конкурент, да, но тем не менее, это еще самая высокая башня Европы считается. Небоскреб. 4 метра, на 20 метров выше, чем наша башня, да? Тем не менее, мы каждый год его рекламируем. Башня Федерация Ревунского года Финеса была установлена. Самая прочная конструкция в мире. Башня Федерация, студенты и рабочие победников Финеса 3 дня подряд заливали себе. Человек есть еще мужество. Разрабатывали башню в случае возможных ударов самолетов, возможного даже ракетного удара. Ну, ядерный удар она вряд ли выдержит. Ядерный удар пока еще не отдается. Башня Федерация также не находится дорогие апартаменты. Ну, как ни странно, знаменитости больше покупают апартаменты в башне Меркурий. Меркурий находится за Космодерацией. Там у Урганта апартаменты есть, в чатах, блогеров. Завко сама она такая, дизайнерская башня. Создатели, британцы громко ее назвали Золотой башней, ну, в народе ее назвали Помарка. Форма такая необычная, больше она такого ржавого, медного цвета, а не золотого.